Привет всем, это канал Сиска в тесте. Мы продолжаем прохождение Watch Dogs. И сейчас мы найдем какую-нибудь приличненькую машинку, сядем в нее и поедем выполнять миссию, компанию, или как она там называется. Направляемся мы, получается, далеко нам интересно ехать? Да нет, не совсем. Не совсем далеко. Хотя давайте сначала вот это выполним. Очки опыта, устранение. Блин, как вот выехать-то? О, а вот выезд. Машину несет, как не знаю кого. Ё-моё. Так, сегодня у нас будет, наверное, большая все-таки серия. Выполним вот этого устранителя и выполним миссию, которая по сюжету заложена. Итак, на мосту мы. Всегда мешается нам кто-то, бесит вообще, раздражает. Подключено. Надо в какой-нибудь серии нужно будет открыть все возможные CTOS, чтобы не заморачиваться. Вот как мы аварию-то, а? Чуть не попали в нее. Опять двойную сплошную пересекли. Оп. Если клуб нанял его изготавливать бомбы, значит, они что-то затихают. Надо сделать так, чтобы у них ничего не вышло. Сделаем, конечно. Так, это направление того парня, который... Вау, вот это да. Ну что, сделаем засаду? Нет, 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 нет. Выходи. Так. Есть контакт. Ну это я специально сделал. Посмотреть, что будет. Сейчас вообще все. Я понял, как это выполнять миссию вообще легко. Вообще быстро мы это сделаем. Это лишь бы поражать было сейчас. Главное устранить вот это вот, которое может вызвать подмогу. И... И все. Психопат! Да, я такой. Психованный. Ой, простите. Вон они, надо тормозить. Выходим, выходим, выходим. Я пушку достал, да. Что это было?
Почти, почти, ну попади, все. Есть контакт. Так. Смотрите, как они сюда подъехали, ё-моё. Давайте мы съездим, переоденемся. Так. Нет, съездим в оружейный магазин, давайте. Посмотрим, что там за оружие есть. Потом съездим, переоденемся. О, это бронированная же тачка, нужно ее взять. Реально бронированная. Офигеть. Сейчас в оружейный магазин съездим, возьмем оружие, возьмем все, что нужно. И потом отправимся на миссию. Так, обнаружено преступление. Сейчас мы все сделаем. Ты виноват в аварии, козел. Подходим к месту, одели маску. Так. Я нормуль. Так, и где же преступник? А вот и преступник. Ты думал, можешь взять и сбежать? Стой, стой, стой. Я за... Стой. Тебе что, больше всех надо? Чтоб тебя подстрелили. Ха, прям в голову. Отлично вообще. Круто мы сейчас задолбахали. О, очко навыка. Ну-ка, что у нас там есть? Так. Я вот это хочу. И взрыв труб. Так, вот, отлично. И управление транспортом. Вот для чего. Ух ты, вот такую бы себе пушку. Блин, как туда попасть? Я забыл. А, вот. Давай, дядька. Дядька. Хочу себе... Чем могу помочь? Что-нибудь хочу. Дай мне что-нибудь, парень. Ничего интересного у тебя нету, да? Давай вот 15 тысяч у нас 16, ё-моё. Гранаты, дробовики, пистолеты, пулеметы, снайперские, штурмовые. Блин, да у тебя ничего интересного нету, чувак. На эту штуку большой спрос. Да на какую штуку? Мне не нужно то, что у тебя. Так, отправляемся. Это лавка. Шмотки, аж тут. Ну давайте, поехали, шмотки. Тачку бери. Вот. Фургончик. На один браслет. Фига себе.
Вот это мы умеем, чё, а? Крутизна, ё-моё. Теперь нам будет круче выбираться. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Машины мешаются, любовь остается. Давайте, что там, шмоточки. Шмоточки. Где тут магазин? Давай. Да. Так. Что у нас тут есть? Давай, 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 давай. Если ты ищешь что-то особое, скажи. Да что-нибудь покруче. Ну-ка, давай, эксклюзив. Блюм. Так. Не, ну это, конечно, круто. Пока. Да какой пока, слышь ты? Помочь. Мне нужно какую-нибудь крутую. Самую дорогую, какую ты можешь дать. Давай, я... Я плачу сегодня. Так. Угу. Во, давай эту. Хаки. На хаки похоже. Да. Я в ней. Отлично. Все, отлично. Будем мы в ней. Ты чё здесь? Слышь ты. Выгнали из бесплатной столовой, парень. Хочешь, я накормлю тебя? Не, ничего. Шатай-балай, он хотел сказать. Шатай-балай. Так, вот нам сюда. Поехали. Ай. Ай. Упс. Интересно, в чем миссия сейчас будет заключаться? О, блин! Это не я виноват, люди, это он меня подрезал. Так. А, опять к бомжам этим едем. Ну, к тому мужику, которого мы догоняли. Под город. Охренеть, сколько я гражданских ранил. Ё-моё. Да, мы на мост. Все. Вход где-то рядом. Ну что, мы приоделись. Мы готовы мочить всех и вся. Вход где-то рядом. Для Клары это будет находка. А вот тот бесон пугает. Ну, это не меня интересует. А если вернуть руки? Ну все, что лодка есть. Ну все, давай, давай, давай. Нам нужно. Тачку дай мне. Ну да. Сыграли в покер. Потрепались. Что он сказал? Клара, все правда. Говорила я тебе. Без меня не ходи. Скоро буду. Спокойно. Там даже электричество нет. И вход мы еще не нашли. До встречи. Ну что, поехали. Искать. То, что нам нужно активировать. Так, понятно. Одно вот здесь. Будем набираться на машинах, в общем. Так, камера нарисована, это плохо. Такс, 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 такс. Лифт, опустись. Интересно, как туда попасть-то? Ходит какой-то парень, да, такой недалекий. Бегает. Где-то непонятно. О, нашел. Давай, опускайся. Поехали вверх. Нам сюда. Оп. Так, а теперь нужно вскрыть. Камера, еще камера,
Открыть. Как все легко и просто-то у нас. Так. А что активировать надо? Активировать фонтаны. Угу. Мы не ищем легких путей. Опа. Я так и думал, что тут надо что-то взорвать. Чё ты ржёшь-то? Ты тут набарагузил? Открывайся. Оп! Осталось еще два генератора всего лишь. Кажется, генератор заработал. Его мощности будет мало. Поищешь его. Блин, я лифт допустил. Мы спрятали целый бункер. Надеюсь, есть потайной лифт. Дергаешь рычаг и спускаешься на тайный уровень под землю. Может, под воду? Мы на острове. Размечталась я. Ну, вверх. В одной из зданий. О, отлично. Ну что ж, слазит. И поехали вниз, лифт. Лифт вниз. Меня вниз вези. Лифт, лифт, лифт. Оп. Так. Как же мне теперь отсюда выбраться-то? Ага, все понятно. Так, и вот сюда. О, моцик! Отлично. Ай! Взломаю дверь. Камера. Мне нужно камеру. Я уже понял, что тут вон как все сделано. Так. Камера. Так. А вот и все. Ой. На мотоцикле очень трудно здесь перебираться. Ну-ка. А на мотоцикле нельзя от первого лица. Так. Что нам тут нужно сделать? Ай! Да блин, на мотоцикле вообще неудобно ездить. Тем более на Санчесе. Вау. Что-то он вообще сдох, Санчес-то. Так, камера. На-н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 а. Так, как мне туда пробраться-то? Камеру надо найти. Зачем? Так. Ага. Что-то я тут запутался немного, да? Ай. Ай. А может туда можно пробраться? Вот так вот, например. Где кран? Вот кран. Что, меня туда довезет? О! Отлично, спасибо, кран.
Так. Ты-дынс! Ты-дынс, ты-дынс, ты-дынс. Почти готово. Будем внутри подключить. Для таких, как я, это находка века. Облажаюсь, забирай мою карточку хакера. У тебя правда есть карточка хакера? Проведешь нас внутрь? Ой-ой-ой! Я стараюсь. Так, где теперь машину взять? Ладно, пойдем так. Тут закрыто, блин. Ладно, так уж и быть, пойдем так. Солнце прям в глаза светит, нифига не видно. Так, вот тачка у нас тут есть. Возьмем ее. Пик-пик-пик и поехали. Тихо. Что-то не то. Поехали обратно. Нам нужно туда попасть. Тогда вот так вот. Да стой, да ты. Есть контакт. Так, припаркуемся здесь. Чё, куда дальше? Ладно, полезем так, пойдем, полазим. Макака, блин. Новый костюм испачкает полностью. Ладно. Камера. Есть камера! Как все легко и быстро, а? Так, а что нам нужно сделать тут? А, нам нужно на лифте спуститься, значит. Окей. Поехали! Неужели так в Чикаго? Ай. Все в Чикаго так предусмотрено и сделано. Бау! Проберитесь в бункер. Да, лицо будет у нее, наверное, она будет в шоке. Главное не упасть и не разбиться. Так, где наша тачка? Вот она. Задний ход. А проблема-то, смотрите, в чем. Я машину-то эту грёбаную сюда поставил, а выйти-то я не могу. Блин. А что? Придется? Ладно, погрузчик. Погрузчик, поехали наверх. Будем спрыгивать. Блин. Ладно. Отлично. Так, достичь. Нам нужно вот этой точки. Это что за хрень?
Это лифт, что ли? И что дальше? Что делать-то? А, вот. Опачки. Дом, милый. Дом. Дом, милый дом. Ну, что я говорила? Я была права. О, блин. Чё пугаешь? Лара пообещала мне кое-что. Никому пока не говори. Дождись, пока закончу. Лады. Помогите запустить. Ну, с Богом. Я прям знал, что сюда надо было прийти. Че, они свет запускают? Зашибись. Офигеть. Ошибка. Похоже, Блюм вывезли большую часть железа. Но самое главное, связь есть. А то. Да. Нас могут засечь? Все защищено. На бумаге не засечь, не взломать. Нам почти удалось. Дай координаты того обидчика. Минутку. Почему он так важен? Да, это просто зацепка. Как Дэмон это нашел? Они плохо спрятаны. Просто так не подлезть. Похоже, сигнал был из Рости прямой. Вот чиновой зал. Вот. Ждание. Хорошо бы глянуть, что внутри. Подключишься? Нет. Они даже не в системе. Если не выйдет отсюда, подрублю себя. Как вернешься, все будет готово. Большая серия у нас получается сегодня. А нет, вот она и закончилась. Ну что ж, увидимся с вами в следующей серии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!